Всем доброе утро. Иду к Барику. Светлана там пошла себе нухти делать. А я как раз приехал за Светланой, то думаю, зайду до Барика. Сейчас перекурю. Дома Барика вещи сушатся. Сейчас проведаем Барика, узнаем. Ну, Барика взял на прогулку. Не спеши, не спеши. Вот так. Ну, подыши свежим воздухом, мой зайчик, молодец. Барика уже на этой неделе должны забирать. Он поедет в Киев на реабилитацию. Так, Барик? Как будет все хорошо. Он приподнимается чуть-чуть, молодец. Молодец, зайчик. Молодец. Линяет. Одел я черную кофту. У меня вся кофта. Не, смотри, бы там палки. Я боюсь, чтобы ты палки не залез. Не лезь туда. А он на голубей смотрит. Голуби кушают. И он к ним идет. Вот травку понюхай лучше. Покушай травку. Я уже давно у него не был, я только зашел, он начал на меня лаять. Не узнал меня, да, Барик? Не узнал. Скажет, что так давно не был у меня, не приезжал. Да потому что с этими огородами ты дома порядки наводил и не имел времени к тебе, зайчик, заехать. Но он сразу лает. Выбежал со своей кошелки и на меня гау-гау-гау, да, Барик? Кто там Гавков? Барик Гавков. Ну, ему интересно травку понюхать. Как раз у нас сейчас сирена. Не спеши, Барь, не лезь. Вот так. Сидит на голубей, смотрит. Поешь травку. О, смотри, голуби тебя не боятся. Ай-яй-яй, смотри, летят к тебе, Барик. Ты не боишься их, не? Молодец. Чуть-чуть погуляем, да? Подыши свежим воздухом. Сегодня как раз погода хорошая, тепло. Да, Барик уже пришел, погулял чуть-чуть и уже пришел. Барик на пороге лежит, на солнышке греется. Тиста, Барик, сейчас будут выходить, тиста. Тиста. А стачка мне не нужен. Скажите, пожалуйста, вот мы за... Все, и Светлана захотела посмотреть. А когда... Так, и Светлана пришла, я уже хотел уходить. Ага, как он играется. А ты бы видала, как я зашел, он лаял на меня. Лаял, да. Скажем, уже привык, то есть уже да. Территория. Да. Спрятался за мешок и лает. Играться хочет. У нас же такой, у них такой был 4 месяца этот, да, братанчик. А что, не помните, братанчик был такой? А я не была. Нет. Я не помню. Вот так, балдун. Но они говорят, что там очень много собак поставили на ноги в том центре. Да. Он считается как европейский очень такой. Ну, это мне тоже знакомая звонила, она рассказывала. Да. Ча-ча-ча. Смотри, понятно. Я бегу.
играется. Обстрелы, не обстрелы, спала, не спала. Я бегу к нему, потому что оно же меня ждет. Оно же меня ждет. Вот это вот. Дитя зёбка меня ждет. Да? Жопка вот это такая. Какой на радость. Ну, как можно тебя не любить? И как я вот приду, а его не будет? Да, я это себе представляю. Да. Иди. Да. Это ничего, ему реабилитация пойдет на пользу. Ну, на пользу все, чтобы пошло, только все нормально. Я не спрашивала, она говорит, Лисина говорит, что они вообще сказали на 5 месяцев. Она говорит, может, максимально по 1 месяца. Опять же, новые люди, новая обстановка. Ну да, это же надо привыкнуть. Но она говорит, что там хорошие, там сколько пишут отзывы, что там очень хорошие люди работают. Они очень любят таких животных, они хорошо относятся. Отзывы очень хорошие пишут. Ну да, отзывы хорошие пишут. Попочка. А она говорит, что потом, чтобы его все нормально стало на ноги, чтобы найти семью именно в Днепре, хочет вот эта девочка. Кристина. Да, она говорит, чтобы это все-таки как бы не было, эта собака недаром, говорит, у меня оказалась под, ну, возле моего автомобиля, да. Говорит, это, наверное, какой-то знак. Знак. Она говорит, что у нее собака, у собаки три лапки. Ну, она тоже сказала. Я ей говорила, что ты мне только сказала, как у Димы пришли бы с Андреем тоже бы. Если там тоже нужна какая-то помощь, чтобы они говорили, да, у нас очень много наших этих подписчиков, они тоже просили за Варика, спрашивали, нужна какая-то помощь, что помогут, вышлют без всяких этих, ну, такая ситуация. Ну, мы тогда бежим, Варик, да? Спасибо. А ну, что ему почесать свербыть, почесать нет. Да. А почесать не ед. А я, кстати, звонила, там в парке Глоба выбросили такую маленькую собачку. О, звонила в зооконтроль, сказали, что приеду. 10 раз мне перезванивали. Короче, собака везде бегает, никто ее так и не забрал. Прям маленькую щенка. Вот, ну, не щенка, но вот такая комнатная, малепусенькая такая. Я говорю, добрый, там женщина одна, пенсионерка подкармливает, я еще одна. То же самое у нас Хаскина сидит на игре, никому не нужно, выставили кто-то ее... На этот, как его, на остановке. Так на остановке. Вот, вот, говорят, что хозяин она есть этой собаки. Там постоянно там и сидит. Ее просто хозяин там бросил, она его ждет. Не бросил. Мне говорили, что хозяин есть. Она убегает из дома. Я не знаю, но у меня... Вам мне говорили, что хозяин вижу, есть. Я вижу, что у нее уже стоит чип. Видно, ее брал уже зооконтроль. Ала такое может быть, что поставить чип, и чтобы собака потом на улице... Ну, я имею в виду, гуляла. Может, такое быть? Там мог за нее кто-то... Да? Не будет щеня, да? Может. Чип? Да. Не, это чуть разное. Обычно стерилизует, чип одевает и выпускает. Да. А, на ушки так не можешь, она привита, стерилизована. Да, да. Ну, потому что я увидела, что она бегает с кобелями, думаю, не дай бог, что... Не, она стерилизована. Да. Ну, она постоянно сидит там, я говорю, тут часто уже шла. Ну, ее кормят там. Да. Ну, сделала. Значит, на этой неделе этим займусь. Я и так его нашла. У него была куча... Мы уже приехали от Барика. А Светлана, оказывается, щавель купила. Щавель, зелень купила. О, сварить. То можно уже борщика зеленого сварить, да, правда? Зеленого борщика сварить. О, супер, супер. А там вот еще, посмотри, что я там купила. Кстати, сейчас очень все дорого, зелень это вообще... Это ж бензин подорожал. Да. Сейчас и еда подорожала. Это караул. А это что, ты семечки купила? Семечки купила, себе салат добавлять. Жарить? Это тыквенные семечки. А, я семечки. Думаю, что такое. Я думала, что пожарить семечки. Ну, такой села. Взяла шпината. Это хорошо. Ничего, посадим в огороде, будет у нас зелень. Уже не будем так покупать. Согласна? Ну, да. Лучок. Салат. Это дорого, дорого. Я согласен, что сейчас все подорожало. Все да. Подорожало. Яблоки. А я бы шарлотку. Да не буду я сегодня шарлотку делать. Не, сегодня я не буду шарлотку делать. Вот что ты хочешь? Ты хочешь шарлотку? Вот это щавель, а вот это шпинат. А, то шпинат. Вот, да, вот это щавель, это шпинат. А я же не буду, ты будешь зеленый борщ варить. Ты яблочки взяла, как раз яблоки. Да, можно было бы шарлотку сделать. Если потом будет, то я его не готовлю. О, а это что ты бутылку пустую возишь? А я собачке водичку давала на остановке, положила. А, я наливаю на собаку. Назад положить? Да, потом набираю воды. Печенька, смотри, какое купила, такое соленое. Так, я такое не люблю. Смотри. Разве что себе купила. Смотри. О, где соленое? Печенье соленое? Угу. Там где? Ну, я попробую.
Соленый, это ты специально купила для себя. Та, где я соленое ем.